Ульяновскую область с рабочим визитом приехал раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. Программа дня насыщенная, но самое яркое событие в исламском культурно-просветительском центре «Дом единства народов». Русские и татары, мусульмане и православные собрались вместе, чтобы продемонстрировать гостеприимство по-ульяновски. Я лично, как губернатор, правительство Ульяновской области, все делаю для того, чтобы сохранять культурные традиции народов, которые проживают у нас. У нас их более 100. Я с большим уважением отношусь к вам. Вот, и обязательно посещаю, стараюсь посещать все ваши праздники, обязательно присутствую и как могу, помогаю. Гости города вместе с губернатором осмотрели территорию центра, попробовали угощения, а также познакомились с ульяновскими производителями. Любая конфессия, любая национальность в нашей стране, в Татарстане, в Ульяновской области, в других регионах, созданы все условия, чтобы мы могли сохранить свою религию, свой язык, свои обычаи, свою музыку, свою еду. И, конечно же, мы видим, насколько руководство Ульяновской области по-доброму относится и поддерживает. На развитие Дома единства народов раис Республики Татарстан Рустам Миниханов вручил сертификат на 1,5 миллиона рублей. У руководства центра уже есть планы, на что потратить такую сумму. У нас есть здесь территория, памятник погибшим героям в Украине, которые есть. Это есть у нас. Для людей, для детей фонтан хотим организовать. Вот, спортивная площадка организовать. Вот здесь вода. Желание очень большое. Вот, энергия есть пока. Будем работать, будем создать вот это дело. Исламский культурно-просветительский центр помогает ветеранам боевых действий, инвалидам, нуждающимся и занимается просветительской работой с детьми. Открылся центр не так давно, но развивается стремительно. На территории появилась детская площадка, музей, а на национальные праздники сюда съезжаются сотни людей. Визит главы Республики Татарстан не стал исключением. Импровизированный праздник особенно пришелся по вкусам детям. Для них масса развлечений. Самим делают дети аппликацию. Я приготовила заготовки. Все материалы здесь на виду. Вот заготовки здесь, орнаменты различные, татарские, национальные. Детям только можно приклеить. Помимо Дома единства народов, Рустам Миниханов посетил НИАР в Димитровграде, научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии, а также крупные градообразующие предприятия Ульяновска. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Управда ТВ.